Несмотря на все капризы погоды, совсем скоро начнется парковый сезон, а значит, начнут работу многочисленные аттракционы. И самое главное сейчас – проверить их исправность. В среду сотрудники технадзора начали с зоопарка Лимпопо. В парке находится порядка 20 аттракционов. 18 из них прошли проверку. Два проверят позже, так как они водные. Проверили не только техническое состояние, но и внешний вид и соблюдение мер безопасности. Прошедшие проверку аттракционы получили талоны допуска. Они будут располагаться на видном месте. Это позволит посетителям лично убедиться в исправности каруселей. Подобная проверка пройдет и в других парках, на территории которых установлены аттракционы. Продлится она до 25 апреля. Аттракционы мы эксплуатируем уже давно, порядка где-то 10 лет, поэтому опыт у нас большой в этом. И служба, конечно, инженерная служба работает всегда, ежедневно. Прежде чем запустить аттракцион, ежедневный проводится осмотр. Ну, годовой это проводим мы вот сейчас, в настоящее время. А так ежедневно осматривается оператор.